Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Иран готовится к проведению военной операции на Кавказе при поддержке России. Ситуация на Кавказе стремительно накаляется. Власти Армении и Азербайджана вновь завели спор о принадлежности Нагорного Карабаха. При этом президент России в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме сообщил, что армянское руководство ранее фактически признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Однако в последние недели армянский премьер Пашинян вновь включил заднюю передачу, заявив о необходимости предоставления гарантий безопасности карабахским армянам за счет предоставления им особого статуса. Произошло это не без участия американских чиновников, которые пообещали в этом помочь. Власти Азербайджана считают требования армянской стороны надуманными и необоснованными. При этом параллельно власти Азербайджана с привлечением экологических активистов фактически перекрыли Лачинский коридор, который является единственной дорогой, которая связывает Нагорный Карабах с территорией Армении. При этом сам Лачинский коридор официально находится под контролем российского миротворческого контингента. Армяне со своей стороны начали блокировать строительство Зангезурского коридора, который должен пройти из Азербайджана через Сюникскую область Армении в Турцию. 11 сентября на территории Армении стартовали военные учения, в которых принимают участие американские военнослужащие. Целью данных учений является публичная демонстрация армянскому населению нового курса на укрепление Еревана связей с Вашингтоном, что должно привести к вытеснению России из Закавказья. Сами американцы за счет провокаций стремятся поджечь новую войну вблизи южной границы России, окончательно рассорить Россию с Турцией, остановить экспорт в Европу бакинских энергоресурсов, а заодно воспрепятствовать расширению транспортного коридора север-юг. Всего перечисленного можно добиться, организовав Третью Карабахскую войну. Американские планы стремятся сорвать Иран, который не желает усиления Турции в регионе и действует фактически на стороне России. По сообщению западной прессы, Азербайджан при поддержке Турции и Израиля ведет строительство блокпостов и фронтовых дорог, продвигая свои войска вплотную к линии соприкосновений. В ответ на эти шаги Иран начал переброску своей военной техники к границам Армении и Азербайджана. Министр обороны Ирана Мохаммед Реза сегодня заявил, что Иран не приемлет изменения границ на Северном Кавказе и не допустит военных действий рядом со своей территорией.